Үнің сайдың жас айы, үрден сырдан күн ақсын, көз түбеті де көнін көрін, білі беті де біген білен. Ани сырдығар тардыған, күталық күлі өрігітім. Таптан бұбар олығу, сыналан аспыт күні. Ортодойдың кейде, ани сиерін ән тұтус, үчуэйге кереге, үтуяға әре жұлус. Кихи буолан олару, ани сиерін тұтуху, тұхалағы оңару, үтуе суолгы жұлуху, соргула ғлоқпут, соқуына доғыттар. Сығағар үліктіу түйе тұрар, үчуэйкен намылхай, бір күйінгі рас үтекен күнге бейгі әжетті ұларыбыт, ұраты дойды, ұраты болуғар Борис Александрович Михалевка. Оруына төрді нөз сыл ұнара түгер Украинаттан түріптәқ нұтша ола Ленинградқы бүріне әжен бәтін жылғатын бастықы тапталын бадыған бүлі үйрігіріктен біде Онна олықтан яғаттан күн бүйінгі дері Михалевтерден өз оғыла ғыл ағата, ғыл әтеп олан негетчі бәтші ұларылыр. Борис Александрович, добрый день! Вы приехали в 1967 году с такой шевелюрой, волнистой, вот такой кудрявыми волосами. С первых же лет, первых же дней вы стали самым активным активистом нашей художественной самодеятельности. Когда я учился в Ленинграде, сразу же, еще в августе, познакомился в общежитии с якутскими студентами, и мне бросилась в глаза Балурова Татьяна. Скромная, такая незаметная девушка. Я пригласил ее танцевать. После практики уборки картофеля вернулись, и опять танцы в общежитии. И опять я встретил ее. И, надо сказать, влюбился. 7 лет знакомства, переписки. И поэтому я по зову сердца вот приехал в Вилюйск. Именно, чтобы создать семью. Потому что после 3 лет службы в армии, ну, я посчитал, что 23 года уже пора создавать семью. Перевелся заочно в Иркутский Иньяс и приехал сюда. И вскоре, с 1 марта 1967 года, начал работать в Вилюйском райкоме комсомола заведующим школьным отделом. Вот. И первый якутский праздник, это был студенческий эсэх на местности между озерами Оруктах и Тора, где сейчас, по-видимому, залито водой. Зеленая Украина, стихийная Украина. И огромный город Ленинград, и прямо вот наша Вильюйск. Тогда же не было, почти не было, да, отопления не было, ничего не было. Не показалось там страшным вот? Ну, абсолютно нет, потому что я вырос в деревне, там у нас тоже никаких особых удобств не было, кроме радио и электричества. О том, что есть такой Вильюйск, я знал еще со школьных лет. У нас была такая игра, мы по картам находили города. Там был Вилюйск. Потом уже где-то 6 или 7 класса по русской литературе мы узнали, что Чернышевский отбывал ссылку в городе Вилюйске. И там в учебнике даже была фотография вот этого тюремного замка на берегу реки. Поэтому, ну, вообще-то представление у меня, конечно, было другое. Я думал, что Вилюйская ГЭС находится в Вилюйске. Вот. И вообще представлялся город каменный город. Да. Я вот иду мимо каменных стен, но приехал, это, конечно, красивая старинная деревня. Вот. Но она мне понравилась. И тем более понравилась природа вокруг города Вилюйска, которая меня заворожила и держит меня очень крепко. До сих пор, наверное, на всю жизнь. Мы просто восторгаемся вашей семьей. И, конечно, во главе стоите вы, Борис Александрович. И откуда вы все равно же? Ну, жизнь прожить недаром, говорят, вот не поле перейти, да?
Откуда, ну, черпается столько энергии, главное, позитивной энергии на все вот это? Ну, знаете, у меня с детства коммунистическое воспитание. Отец и мать были коммунисты. Мы, их дети, тоже все стали коммунистами. Правда, вот я один теперь остался такой, да? Вот, и у нас в коммунистическом воспитании было такое понятие, как интернационализм, дружба народов. Я это встретил в Вилюйске. Ко мне отнеслись очень доброжелательно и в городе, и в селах. Вот, и это вот давало мне энергию, и никакого разочарования у меня поэтому не наступило. Вот, и вот здесь, например, за свою работу в комсомоле в 70-м году я получил свою медаль за доблестный труд вознаменование столетия со дня рождения Ленина. И потом бесчисленное множество грамот и других наград. Золотая медаль есть за школу. Но вот мне особенно дорога вот эта почетная грамота, вот, которая присуждена мне как артисту Народного театра. Хотя я мало участвовал, но выполнял в основном роли русских людей, да, полицейских там и так далее. Один раз даже был священником Агабытом в комедийной роли. Вот это мне очень дорого. Еще очень интересный сертификат Деда Мороза я получил вот от главы города Винокура Сергея Николаевича. Да. Еще в 2009 году каким-то образом меня объявили человеком года. А в этом 2010 году дали звание почетного гражданина города Вилюйска. Это высшая награда. Я очень, конечно, доволен, очень рад этому. Я не жалел сил никогда. И до сих пор этим так и делаю. На почте говорили, что вот единственный экземпляр Михаила Бориса Сандоровича, значит, вы описываете Германию на литературу, что вы владеете, значит, в совершенстве немецким языком, знаете английский язык, в итоге получается украинский, русский, немецкий, английский, якутский. Это 5 языков. И правда ли, что вы до сих пор описываете вот немецкую литературу? Что у вас там, да, есть друзья. Вот мы знаем то, что вас трижды приглашали в нашу Германию. В настоящее время уже не работаю в сфере образования. Вот и с этого года я прекратил подписку на немецкую газету «Рундшау» из Ульяновска. Вот после ликвидации ГДР я перестал, конечно, выписывать из Германии газеты, журналы. Раньше я выписывал много. Это было очень дешево, доступно. Это правда, действительно так. Но в Германии у меня друзей много. В основном это учителя. Вот поэтому я ездил в гости. Например, с 9 класса я переписывался с мальчиком, который на год меня моложе. Мы оба учителя одного профиля иностранных языков. Вот. И впервые я к нему ездил по приглашению в 1973 году уже из Вилюйска, который я был учителем немецкого языка в школе номер 1 у нас. Да. И такое счастье, что я случайно попал на 10-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И тут же рядом вот это свидетельство о крещении, которое получил от немецкого Нептуна. Я впервые в жизни вот праздник Нептуна вот увидел, как бы участвовал в нем. Вот поэтому я потом уже в саха-немецком летнем лагере «Юнеис» в Амге тоже несколько раз исполнял роль Нептуна. Кроме того, я 2 раза был на курсах немецкого языка в Берлине. И вот в год 60-летия Победы, 8 декабря 2005 года, в Карлсхорсте, это окраина Берлина, в зале, где была подписана капитуляция фашистской Германии, вот я спел вот эту песню на якутском языке «Солдат соната» о Якуте, который дошел до реки Одер и мечтает вернуться на свою родину.
Очень душевная песня, я ее часто пою для ветеранов. Вот перевел я ее и на русский язык тоже, ага. Жаль, что, ну, что мы вас снимаем не летом. Весь двор, вся усадьба у вас усеяна цветами, ой. Одна зелень. Кто в основном этим? Говорят, что опять вы. Да, конечно, я занимаюсь. Татьяна лично занимается овощами, в основном огурцами, помидорами. Вот я другими овощами, там от салата до капусты, и цветы. Цветы, потому что в детстве наша мама у нас разводила тоже цветы. Я семена в основном выписываю по почте, вот, разнообразные. Кроме того, мне из Германии одна женщина хорошие семена редкие прислала. Вот, и у меня цветов действительно очень много. Особенность этого лета, почему-то астры почти не распустились. Ну вот не хватило им тепла почему-то вот так. Но нынче очень жарко было. Ну, понимаете, вот так. С одной стороны было жарко, с другой стороны вот были холодные дни. Вот. Например, в лесу мне было как никогда не так жарко, как в предыдущие годы. Я это очень остро чувствовал. Mm-hmm. Да. Беспредельно 90-е годы. Для меня, ну, лично для меня это было как бы как лихолетие было. Я никак не вообще была не готова вот к этому страшному вот Советской СССР и вот раз вот нету. Распад Советского Союза ударил и по нас, потому что Украина стала другим государством. Ой, да. Иногда была враждебной, сейчас вроде налаживается. Вот я мог бы, я туда ездил несколько раз. И я ни разу не встретил, чтобы простой народ что-то плохое говорил о России. Это все верхушка творит. Они дерутся между собой, никак не могут поделить эти деньги, богатство. А мы, простые люди, от этого страдаем. Человек слаб, как говорится, не все в нем от Бога, много от дьявола. И почему-то плохие стороны, они крепче держатся, чем вот хорошие. Хорошие очень легко могут исчезать, а плохие очень легко, значит, воспринимаются и закрепляются. И вот эта вся вакханалия, которая у нас льется с экранов телевизора, литературы, печати, это развращает народ, конечно. Кого тут винить, я не знаю, конечно, в первую очередь надо самих себя винить. Вот я поэтому все время думаю о том, как когда-то Салтыков-Щедрин сказал: «В России две беды – дороги и дураки». Вот так оно остается. Я всегда думаю, какие у нас законы принимаются. Глупые законы. Простой человек понимает, что это не так, они не понимают. Потом их меняют очень часто. Бесконечные реформы ни одна не доводится до конца. Вот сейчас армию хотят. Вот набирали. Ну, на профессиональную основу. Говорят, в декабре всех уволят. О, это куда годится? Вот так. Милицию делают полицией. А во время войны нас кто мучил? Полиция мучила. Вот даже не могут это пощадить чувство старшего поколения, которое ненавидело полицию, память народа. Да. Я это все очень даже осуждаю. Но я бессилен, потому что наш голос не слушают. Колесо истории катится, крутится, мы с ними же вместе и идем. Тем не менее, у вас очень стабильная, очень развитая семья. Пожалуйста, про детей. Тоня старшая, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Старший сын Димы. С детства мечтал стать военным, сейчас он в настоящее время подполковник. Был танкист, сейчас это спецназ Министерства юстиции Республики Саха-Якутия. Служит в городе Якутске. Вот его старший сын, студент второго курса Инженерно-технического института в Якутске. Вот, но пока что жена и младший сын, ученик, находятся на Украине. И младший сын Северин. Вот после окончания инженерно-технического факультета, вот ЯГУ, получил направление в Нерюнгри и уже много лет возглавляет газовую службу города Нерюнгри. Газ у них
привозят из Ангарска, это конденсированный, сжиженный, у них пока нет газопровода. У всех у них своя тропинка, дорога, они уже состоялись. Но мы одно помним, каждую субботу, все эти годы, пока они не закончили школу, вы с веником ходили детворой в баню. Мы вот 40 или 45, 50, также пешком ходили, таз, веник. Откуда столько вот у одного человека так скрупулезно с детьми возиться? Это безграничная любовь, но не надоедает. Такая огромная любовь к людям, к окружающим, к нашей среде. Я прекрасно знаю, что вы все наши обычаи придерживаете, уважаете. Все это же, но вы настолько хитро скромны, мы даже не знали, что вы в совершенстве владеете немецким языком. Я еще хочу сказать, что я по второму образованию преподаватель истории. И я знаю, что в истории не бывает такого чисто линейного прямого развития. Бывают взлеты, падения, поэтому всегда после какого-то ухудшения наступит улучшение. Я в это свято верю, убежден и знаю по науке истории, что это так бывает. Это мне всегда давало силу, энергию. И сейчас тоже. Ни разу больничным не пользовались. Это вообще где-то с области фантастики. Как так? Ну, ни разу не на больничном сидел, ни разу бюллетень не брал, ну, ни разу не болел. Если не болел, значит, в чем секрет, в чем причина? Когда я был студентом, я чуть не умер, это, значит, примерно было в 62-м году, от гриппа, который тогда зверствовал. После этого вот грипп меня так сильно не берет, вот ни разу. Знаете, у меня это и сердце слабое. Вот, но, тем не менее, я служил в очень серьезных пограничных войсках. Там у меня укрепилось здоровье тоже, да? Это мне помогло, потому что все на ногах, все бегом, и на лыжах, вот, и все. Как фанатично, вот в течение 43 лет вы любите сцену, любите петь. И когда я приехал в Вилюйск, ну... Я человек-то активный и сам напрашиваюсь иногда. И вот 22 апреля 67 года я впервые выступил на сцене нашего Дома культуры Вилюйского вот, с украинской песней «Черные брови, карие очи». Ну и вот первым моим аккомпаниатором потом стал Василий Володя. Ой, да. Вот. Это, значит, мы участвовали в фестивале «Смотрим в Нюрбе», где наш район очень здорово выступил, там много наших авторских песен прозвучало. Вот Мегежекский там играл, наш композитор. Ну вот я тоже там пел песню «Сахам Серебарахсан» вот, и «Черемшину» на украинском языке. Вот «Сахам Серебарахсан» – это моя первая якутская как бы коронная песня, с которой я везде выступаю. Я ее перевел тоже и на русский, и на немецкий язык. Тоже. Да. Просто... Всю сознательную жизнь в основном я провел в Вилюйске. Угу. Вот здесь 43 года проработал. Это все можно считать мой педагогический стаж. Я нашел себя здесь, реализовал. Меня здесь ценят многие люди, уважают. Вот поэтому я благодарен городу Вилюйску. Это действительно моя вторая, теперь уже настоящая родина. Три червонца – это была самая лучшая валюта России, Советского Союза, за всю историю. А это страшная инфляция в Германии. 1000 марок, напечатано красной краской. 1 000 000 000 марок. Вау! Такой инфляции у нас не было. У них была. Это после Первой мировой войны. Вот это я с детства храню.
оккупационные 50 фенингов фашистской Германии на территории Украины. Вот. Мои первые коллекции. А вторая моя коллекция – это значки. Очень много значков. Это вот в основном гербы городов тут. Это вот значки по Якутии. Тут много у меня. Так, это различных общественных организаций. Это школьные значки с 1 по 11 класс. Это военные значки. Кое-что читаю, но все не могу. Наверху у меня немецкая литература, три полки. Вот. Потом три полки – это все литература о Якутии. Тут вот это историческое, художественное. Там разное. У меня и Библия есть, и Коран есть, она Саха Евангелие, это ваш Полорго. Рядом стояло много. Вместо сада украинского развел тоже садик. Вот у меня тут три черемухи, вот три боярышника растут, три рябины. Я осенью собираю урожай и делаю варенье из каждого вида. Вот. Но варенье я делаю очень простое, через мясорубку с сахаром, и у меня сохраняются все натуральные витамины, вкус и запах. Это мое лекарство. Мой врач, я жду не дождусь лета красного, чтобы оседлать своего коня и отправиться в окружающие леса за грибами, а осенью за ягодами. Вот. Я сколько помню, ну лет 35 это точно. Я только вас помню, только на велике. Да. До глубокой осени, все лето, всю весну. Сухие, заранее расколотые, великолепные, это лиственница в основном, самый лучший в мире дрова, я считаю. Но я с детства занимался дровами, но у нас там не так было. Привозили бревно, его раскалывали вдоль, перерубали и так далее. А такой заготовки дров у нас, к сожалению, не было на Украине. Не было. Это в Украине? Да. Ну, тогда в колхозное время это считали бы признаком какого-то богатства, что ли, поэтому этим не занимались. Ну вот мы, имея водяное отопление, центральная котельная школа номер 2, вынуждены топиться, когда холодно, когда нет этого отопления. Это с конца мая до почти до конца сентября, и летом, когда, скажем, идет дождь, становится холодно. Вот перед нами древняя могучая река Вилюй, течет с запада на восток до реки Лены. Она дала название нашему милому городу Вилюйску. И глядя на нее, всегда поет душа. Мин бюгин эрдэр, энигин кэрдэкэр, мин таптыр эрюхим. Энбилю болагын, буке минеме, таптыр кыспынан, энкере берекер хамабын. О бюлю, мин таптыр эрюхим, энкуру кэмэжетик, устой, устой.